Всем привет, дорогие друзья! И мы сегодня будем продолжать играть Россия 2. Да, ребятки, вот так вот. Куда пойдем? Давайте пойдем в магазинчик. Сначала посмотрим. Так, здесь карточки нам не нужны. Лава главу уже получила. О, костюмчик обязательно. А что здесь у нас? Здесь тоже ничего нет. Здесь нету. О! Попочки, ребятки. А вот это мне нравится, ребят. Мне это очень нравится. Давайте мы все откроем. Для какого-то... Для одуванчика? Я знаю этих растений. И для какого-то растения, которое я не знаю. Для одуванчика и для какого-то растения, которого я не знаю. Не знаю, как оно работает. Но вот одуванчика я тоже не знаю, как оно работает. А, хотя знаю. Она типа какие-то бомбочки из неба вытаскивает, да? Или как-то по-другому работает. Ну, вот так вот. Но я хочу одуванчика получить в нашу команду. Поэтому я этот открываю все. Хорошо, что, ребят, я зашел в магазин, да? А то бы мы сейчас бы не открыли растения. Вот, ребят, с каждой серии у нас новенькое растение. Я не с каждой, но с серии у нас нормально растение. Ну, так круто. О, уже одуванчика можем. Давайте еще раз купим. Так, опять для одуванчика, но нам не нужен одуванчик пока что. Нам нужно для вот этого растения. Опять для одуванчика, хорошо. Нам чуть-чуть осталось, да, чтобы получить то растение, вот это. Да, все получили. Так, пошли открывать тогда, открывать будем. Эй, а опять что ли у меня? Все, ребят, мы получили растение. Ух. Хочу пройти ледяной мир, хочу доктора Зомбоса в ледяном мире. Потому что следующий мир вот это, да? И вы посмотрите, сколько здесь растений. Ну, это просто вот это. Ну, вот этот мир, я хочу до него дойти. Вот этот мир, я прям хочу его взять. Сколько растений? Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 растений. А вот здесь 1, 2, 3, 4, 5 растений. Всего лишь 5. А здесь вообще 1, 2, 3, 4. И 5-то мы еще не заработали. Вы же понимаете, как круто? Круто. Ну, заработали, но у нас показывается. А вот здесь сколько растений будет? Вот, здесь тоже много. А здесь сколько растений? А здесь тоже много. А здесь? А здесь кто? А здесь? Вау! Круто. Так, ладно. Пойдем к наш ледяной мир. Как раз у нас одно растение огненное. Огненное. Так. Мы остановились на 20 уровне. Давайте пройдем. Опачки. Опять зомбачки. Нам можем выбрать растение. Так, сразу же добавляем нашу команду ее. И где наш одуванчик? Где одуванчик? А, вот наш одуванчик. Вау, ребят, сколько у нас растений. О, мы прокачать можем? Еще прокачать? Уже до 4 уровня? Круто. Так, берем наших новичков. О, это 200 стоит так много. Давайте грохосельчик. Давайте всех таких крутых выберем. Всех крутых. Еще, купим вот это и вот. Видите, у нас все такие улучшенные и крутые. Да.
Ставим одуванчик. А что он будет делать? А, одуванчик долго загружается, значит, да? Одуванчик, все. Ну, что ты делаешь? А, зомбачок еще не вышел. А, вон там и вышел. Значит, туда. Ну. А, да, 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 да. Он бомбочки выпускает. Это вот. А если супер сила? Это шут за штука. Еще я знаю один факт про одуванчика. Если одуванчик сделать этот ветродурка, будет много бомб. А вот это как работает? Подожди. Вот одуванчики просто всех уничтожают. Теперь все делаем вот так. Теперь всех выкапываем и ставим вот это. Ставим вот это растение. Вон туда, да? Че? А, она не ближняя, да? Она, значит, не ближняя, что ли? Ладно, давайте тогда вот сюда поставим. Или оно ближнее, подождите, суперсила. О, что? Ну, давайте против такого маленького зомбачка поставим. Оно такое. Я ближняя, как будто бы ближняя. На самом деле не ближняя. Оно типа атакует своими волнами вот такими, а так оно атакует огненными. Надо срочно дать суперсилу. А это растение вкус зашло. Оно круто делает все. Ребят, а мне это растение вкус зашло. А ну смотрите, как атакует. Оно очень круто атакует. Волны очень круто делают. А вот там уже проблемки. Опа. Шарик. Одуванчик, давай. Действуй, суперсила. Суперсила. Суперсила, давайте. Опа. Ребят, надеюсь, там побеждаем мы. Ну, или не побеждаем. Ну, мы побеждаем по-любому. Не может быть, что мы такой командой не побеждаем. Я слежу за вот той линией, где я поставила кучу грохострельчиков. О! Что это за косточка? Косточка ледяная. Эй. А, это зомбак. Держит косточку, но рука отломана почему-то. А, это, наверное, этот растение какое-то. Или бонг, чё, короче, зомбак держал косточку, да, и бонг, чё, вот так надавал, оторвал руку, и косточка заморозилась. Простояла много дней и заморозилась. О! О-о-о-о! Чё-чё-чё-чё-чё! Это кастомный уровень? Ну не кастомный, а бесконечный уровень. Так, пошли еще один уровень. Мы поняли, как все работают. О! А, нам не дает выбрать частей. Там здесь сами. А, нет. Давай, игрохотельчик, атакуй. Колючки улучшены, это хорошо.
Магнит оставим. Так, магнит у нас есть. У нас суперсила. Давай, магнит, давай, давай, давай. Так, 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 давайте. Опа, опа, всем суперсила. И еще вот, еще одна стрелочка суперсила. Да, бам. Бам, 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 бам. Так, давайте, ребят. Мы побеждаем. Надеюсь, побеждаем, да? Я все... Так, 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 так. Магниты опять ставим, да? Опять магнит. У нас улучшенные колючки. Давай, Так, вроде бы побеждаем, вроде побеждаем. Ребят, вроде побеждаем, вроде. Ну, победили уже по-любому. Да. Победа. Ну, это... Очень круто, что мы победили. Ну, это реально, ребят, круто. Реклама, ребят. Простите, что не перемотал, забыл. Ну ладно. Так. Что это там у нас за следующий уровень? О, нам дают выбрать растения. Кстати, мы можем прокачать колючки. Давайте прокачаем. За 5000 нам дает прокачать колючки. Нет, пенька не берем. Зачем я пенька взял? Так. Вот такую команду я выбрал. Так, знаете, как я ставлю? Сразу беру вот это. Даже вот, ребят. А чё он не уничтожает? Вы спрашиваете, зачем я его выкопал, сейчас поймете. Он там нам не нужен. Что? Это что за штуки? Это что за белки? Что они делают? Подождите. Чи? Они меня съели! Они съели моего! Чувака! Че это за белки? Я понял, значит, у нас теперь в этом вот здесь белки есть. Теперь надо брать этих электрических растений. Я взял уже одного электрического. Вот белка, вот, ребят! Видите, вот белка. Белка, привет. Белка.
Приветик. Белка, что ты делаешь? Что ты делаешь? Белка, что она? Там опять там растение. Белка сломала. О, сколько белок! Ребят, косонок-косянка! Косонок-косянка, давай! Нет! Ладно, выберем другое растение. Другие растения. Но это было реально сложно выдержать этих белок. Я думал справиться. Я не успел поставить. Я обращал на другую линию, где плохо все было. Но на другой линии опять все плохо было и пробрались, да? Э-ха-ха. Что делать будем? Так, нет. Кто нам не помогал? Его, он не помогал нам. Лава-глава не помогала. Лава-глава реально не помогала. Я ее поставила, и она взорвалась, только одну белку убила. Огненный грохострельщик. Я ее вообще не ставил. Картошку тоже не ставил. Вообще, давайте вот только его оставим все. Кабачок. И всех-всех электрически. Кто у нас еще? Ну, о, вот. Одуванчика. И его, ладно. Ладно, его можно тоже. Он нормально так. Пусть будет пока вот так, кабачки там будут стоять. Вот белки, плохо, белки. Белки, уничтожите этих белок. Уничтожите белок. Это мой приказ, уничтожить белок. Вон там опять белка на линии стоит, белка. Мы должны мы победить. Белки, вы должны уничтожиться. Это мой приказ. Белки, уходите. Уходите. Говорю, уходите. Это, конечно, я сейчас воспользовался огнем, но... Ничего страшного. Так. Карточки для... Карточки для вот это, но еще далеко. Реклама, ну ладно. Перематываю. Все. Если мне будут растения выбрать сразу же, я знаю, кого я выберу. Мину. Улучшенную, перчика, зывалку, его улучшенного, ее улучшенную, его и ее. Все, больше никого.
Вы думаете, зачем я это сделал, да? Сейчас посмотрите, зачем я это делаю. Опачки, гангутила. Ребят, я прошел этот уровень молча, не говорил, потому что я прохожу очень рискованно этот уровень. И вы поняли, почему рискованно? Сложно, короче. Всех назад. Ла-ба-ба. Все, дальше все. О, нет, то нет. Пусть там пройдет. Проходи, проходи. Проходи, у нас есть сюрприз для тебя. Небольшой сюрприз. Иди назад. Пока. Это был сюрпризик, чел. Так, мы прошли уровень, значит, да? Так, реклама небольшая, я перемотаю. Не перемотаю, короче. Так. Так. Никаких растений больше нет, да. Нам дают выбрать растения, это очень-очень хорошо. Берем всех улучшенных, потому у нас больше улучшенных, вот еще, мне нужны еще улучшенные, мне нужны все улучшенные. Надо будет зайти в дензад, чтобы улучшенных больше было, то улучшенных так слабенько. Давайте сделаем тогда улучшенных вот так, все. Подождите, мне нужно заново начать. Если тебе надоело смотреть старые видосы, тогда скачивай приложение. Реклама, перематываю. Вы даже не заметили, как я перемотал, потому что я нажал на пропуск рекламы. Так. Знаете, зачем я вышел? Хочу посмотреть, во-первых, до сколько уровней это только. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 уровней?
Начать заново хочу. Оказывается, там надо было собрать солнышек. Так. Всех беру, убираю только их. Беру вот это и вот это солнышко. И вишенку. Нет, и его. Теперь все улучшили у нас. Та-та-та-та-та. Опа-опа. Опачки, вот чё все заморозились, это как это? Победа. Так. Аудиторию. Способ для самых хитрых. Я просто скачала приложение. Мы прошли уровень. Да. Так. Что это за следующий уровень у нас? Так. Сразу, ребят, когда я снимаю долгие видео, то у меня может такой баг случиться, что одна минута у меня не загружается просто. Поэтому заранее говорю это. Если не будет эти прощения, это не я. Не прощаюсь. Это просто отменилось. Хорошо? Ребят, вот так вот. Ну ладно. Давайте проходить. Нам дается вот такие вот много чуваков. Не знаю зачем. Так, вот так, так, так. Вот сюда берем вот такого чувака. Опа, опа, опа. О нет, все заморожены. Плохо, что все заморожены. Ну, а сейчас будет большая жарка. Опа, 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 жарка, жарка. Thank you.
победили. Мы победили. Тебе надоело смотреть старые видосы, тогда скачивай приложение. Так. О, нет. Знаете, кого я сейчас выберу? Всех ледяных, но не таких. А давайте будет челлендж. Вы должны всех выбрать синих. Ну, не таких. Всех должны выбрать... Давайте всех должны выбрать зелеными. Так. Лава главы. У лавы главы есть зеленый цвет. У крохострельщика есть зеленый цвет. Вот этого. Только я арбуза пульта хочу вот так вот сделать. Я хочу прям добраться до доктора Замбоса, поэтому так быстро хочу пройти. Так. Уже вышли эти чуваки. Так, ребят, сейчас. Так, давайте. Опа. Я прям хочу с доктором Замбосом встретиться. Та-та-та-та-та-та-та. Так, я вам чуть-чуть перемотал бой. Чуть-чуть. Опа. Все? Победа. О. От души. Аудиторию, способ для самых хитрых. Я просто скачала приложение Япи. Так. Нам нужно расчистить. Вот расчистить. Ой. Для защиты, конечно, пункчоу и стенорешек. Что так лагает? Ребят, я не могу никуда нажать. Только на вас могу нажать. Че? А зачем я всех улу? Значит, не его берем. Вот радуг, все. Так. Ставим бунг-чоу. Я сегодня только бунг-чоу буду защищаться. Все. Так, зомбачки идут, да. Пусть идут. Пусть идут. Сначала отбросим всех, пусть они там полетают.
Так, все. Просто. А вот теперь посмотрим. Теперь посмотрим. Пусть они там заморозятся. Да, заморозятся лучше. А теперь посмотрим, Бог, что ли справится с ними или нет. Опачки, Бомбчоу справился. Опа. Жа-та-та-та-та. Идите, курицы, по огненному полу. Ускоренно прям сделаю. Давай. Опа. Вот так сделаем. Идемте. Эй, они что давят? Что вы делаете? Пусть пока эти чуваки будут кушать. Опа. Гангутюва, вот первый гангутюва. Копаем. Так, сейчас мы его убьем очень хорошо, вот. Давай, Бомбчоу убей. Мама защиту опять.